Привет, меня зовут Лаптева Катя, и в этом месяце компания НЛ выплатила мне 1 миллион рублей на мою мечту. И это не единственная моя сверхпремия. Почему сверх? Потому что выплачивается она сверх ежемесячного дохода. 5 лет назад я забрала свой первый Mercedes C-класса, а 3 года назад второй Mercedes E-класса от компании в подарок. Оглядываясь назад, мне страшно подумать, что было бы, если бы я послушала тех, кто говорил: «Куда ты пошла? Какой сетевой? У тебя нормальная работа». Ведь я и сама была жутким скептиком, не верила, что в сетевом можно состояться. Но я вникла, увидела ту жизнь, о которой я мечтала всегда, и начала действовать. Действовать с нуля, получая возражения, отказы. Люди удивлялись моим приглашением в бизнес, не приходили на встречу, кто-то даже подсмеивался. Но я слушала наставников, брала за пример тех, у кого получилось, и точно знала, что и у меня все обязательно получится. Я счастлива, что не остановилась, не сломалась из-за каких-то жизненных сложностей на своем пути. У меня появилась команда, которая растет, и я точно могу сказать, что это команда моей мечты. Благодаря компании НЛ я имею возможность проводить много времени со своей дочкой, со своими родными, и я очень счастлива, осознавая эту свободу. Я купила дом своей мечты, поменяла квартиру своей маме, стала инвестором в недвижимость, о чем тоже очень сильно мечтала. Я зарабатываю хорошие деньги, путешествую и могу работать из любой точки мира, имея под рукой интернет и телефон. Я побывала в 20 странах, и путешествие – это тоже моя мечта и моя страсть. И я не собираюсь останавливаться, потому что знаю, сколько всего интересного меня еще ждет впереди. Благодарю своих наставников, компанию НЛ за опору, за надежность и за эту сказочную жизнь. Помните, никогда не сдавайтесь, никогда не останавливайтесь. И у вас обязательно будет та жизнь, о которой вы мечтали.